9 ноября в Большом зале Ленинского мемориала ульяновцы смогут увидеть музыкально-литературный спектакль «Я искала тебя» в исполнении женского дуэта Ольги Кабо и Нины Шацкой. Он посвящен Марине Цветаевой и ее дочери Ариадне. Нашей съемочной группе удалось побывать на репетиции и поговорить с певицей Ниной Шацкой. Наш второй проект, первый был посвящен Ане Андреевне Ахматовой. И к этому, к моменту нашей встречи с Ольгой, у меня уже была большая программа на стихи Ахматовой. Это уже был записан диск. Оля тоже работала в жанре поэзии Серебряного века. У нее были спектакли. Однажды на одном из кинофестивалей мы столкнулись и обменялись такими мыслями, идеями. И если в жизни чему-то суждено быть, то это обязательно происходит. И только мы с ней поговорили, как нам предложили в Московском доме музыки сделать программу. Мы быстро с ней объединились. В спектакле звучат стихи Марины Цветаевой и романсы, написанные на ее стихи, а также фрагменты из дневников и писем Ариадны и Фрон в сопровождении музыки Дмитрия Селипанова. Это музыка очень талантливого молодого композитора Дмитрия Селипанова. Музыкальный язык, это романсы, баллады, да, чтобы понимали, то есть вот будет читаться письма дочери Марины Цветаевой под музыку Дмитрия Селипанова. Это будет исполняться увертюры, такие жанры, как романс, баллада. Музыкальный язык, на самом деле, очень простой, доходчивый, гармоничный. Здесь нет ничего сложного для понимания слушателя. Солнце мое прощает даль, неспроста руки твоей касаюсь, как с любовником с тобой прощаюсь, вырвать из грудных глубин. Молодость моя. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.